Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Продолжаются наши новогодние эфиры. Праздник в полном разгаре. Мы где-то посреди этого замечательного времени. Ну и поэтому мы решили сегодня пригласить к вам сюда, именно к вам, к нашим телезрителям, в нашу студию, Сергея Агаджаняна, который уже был не раз, кстати, гостем нашей программы, но он не стоит на месте. У него новые успехи, новые рекорды, новое участие в самых разных проектах. И сегодня, естественно, будет в финале тоже небольшой номер, который, как мне кажется, ему не составит особого труда подарить вам в эти новогодние дни. Итак, в студии рекордсмен мира по силовым номерам, атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Сергей Агаджанян. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну, мы уже давненько встречались, и давайте начнем с декабрьского нового достижения. А до него, наверное, тоже что-то было. Ну, вот как год-то прошел ушедший. Год прошел ударно, скажем так, под эгидой номеров сценического экстрима. Угу. Это чистое разрушение предметов. Не было буксировок, я не тянул самолеты, угу, катера, вертолеты, а разрушал. Был парный рекорд в Кисловодске 29 апреля. Так, где, что это вы разрушали? Вместе с коллегой Люберчаниным Сергеем Чемприной мы разрушили на двоих за час 5 самых популярных в сценическом экстриме предметов. Это сковородки, грелки, которые зрелищные очень, угу, строительные болты, арматуры, черенки лопат. По-моему, не пропустил ничего. Только одних грелок было уничтожено 33 штуки за час. Кошмар. Это был парный рекорд мира. Но это вот тот случай, когда разрушать не строить, да? Да. Но тем не менее, кажется, что это так легко, но у нас уже был здесь опыт. Помните, вы показывали вместе с грелкой, как это делается. А когда это не одна грелка, их так много, и плюс еще другие предметы. Так, это был апрель. Что еще это было? Это был апрель. И хотел бы сразу отметить, что сценические экстримы, иногда хейтеры, не только люди, которые не понимают направления этого вида выступления, это показывает выступление богатырскую удаль, не относится к виду спорта никак. Мне часто просто говорят, чисто силу, мне да? говорят профессионалы, что ты из сценического экстрима, из шоу, в чистом виде, сделал его академичным и сделал видом спорта. Мы никогда не разрушали на количество. Угу. Это вот есть такая шутка. Да, впервые вот мы с коллегой сделали в мире вот такое шоу, и оно было признано, скажу сразу, Международной федерацией стронгмена, World Strongman. Угу. Они признали этот рекорд, что немаловажно. В наше время особенно, да, чтобы да, это все было это на самом высоком уровне. Да. Но я хочу еще сказать о том, что тренировки как проходят вот конкретно по этому разрушению? То есть сколько было разрушено всего до того, как вы вышли уже на рекорд? Дорогостоящие тренировки, скажу откровенно, часто. То есть бытовые магазины. Коллеги просто шутят, нам бы дали бы столько предметов, мы бы тоже это сделали, повторили. Ага. Так, вы знаете, говорить всегда проще. Конечно. Я хотел бы выразить благодарность и признательность администрации городского округа Люберцы, спонсорам своим, которые помогают не первый год. Это компания Welcome. И, конечно, спасибо большое. Без них бы я точно не смог бы уничтожить большое количество грелок. Как мне иногда шутят бабушкам, уже и ноги нечем греть. Ну, грелок да, достаточно грелки, большое количество. Агаджанян уничтожился. Да, сковородки, не только, миски. Mm-hmm. Много разных предметов. И, кстати, мы их делим иногда с коллегами по тому, как кому удобно с чем работать, с материалом. Mm-hmm. Я часто беру небольшие предметы, потому что мне удобнее с ними ездить, допустим, выступать в какие-то учреждения, детские дома, mm-hmm, чтобы не тащить большие длинные арматуры. Mm-hmm. Что касается рекордов, о чем мы с вами говорили, если продолжать тему этого прошедшего года. Да, отчет о проделанной работе. Отчета, да. То был также рекорд по сценическому экстриму, ага, в городском округе Люберцы, приуроченный к 400-летию города Люберцы, ага, где я за 400 секунд пробовал уничтожить более 7 сковородок и более 7 грелок. Я превысил те показатели, которые были заложены изначально. Это был всего лишь рекорд России по сценическому экстриму, хотя он по своим параметрам превосходил и мировые данные. Mm-hmm. Мы решили с нашим богатырским движением «Сильнейшая нация мира» ставить наши отечественные рекорды на таком уровне, которым никогда не было и в мире. И также было признано и поддержано Федерацией World Strongman. А вот вы сами придумываете для себя программу? Вы же ее вот в данном случае еще речь идет о превышении и, ну, о постановке какого-то результата нового, которым будет зафиксирован. Немаловажный аспект, который вы сделали, как правило, да, я вместе с командой, но чаще всего я придумывал все свои рекорды. До рекорда, к которому мы перейдем, о котором вы говорили
8 декабря. Да. Это мы к нему идем первый постепенно идем. Не мой рекорд. Ага. Он разработан профессионалами. Так. Я думаю, с определенной долей иронии. Почему? Потому что я этого никогда не делал. И совмещены, я чуть позднее скажу, взаимопротиворечие физиологии человека вещи. Что касается рекорда в Люберцах, я и того в итоге разрушил 10 грелок и скрутил в трубочку 13 сковородок. Результат очень приличный. Мы всегда с экспертной группой «Сильнейшие нации мира». Это международное богатырское движение, которое является авторитетным в своей отрасли. У нас амбассадором является рекордсмен мира как по стронгмену, так и по сценическому экстриму Михаил Шевляков, легендарная личность. Он является также экспертом книги рекордов России, то есть авторитет просто безупречный в международном отношении. У нас есть много атлетов и за рубежом. Смотрит скрупулезно, что было до этого в практике сценического экстрима, либо буксировки. Такого никогда не было. А буксировки в этом году была, 23-м не было? Была всего лишь одна буксировка. Да. Обычно насыщены у меня года буксировками различного вида транспорта. И опять-таки то, что было, это было в городе-курорте Кисловодск. Да. Буквально через неделю так получилось, что наложились праздники. День Кисловодска праздновался 9 сентября. И мне пришлось тянуть автомобиль УАЗ «Патриот» на возвышенность. Есть знаменитый курортный бульвар в Кисловодске. Есть, протяженностью около 200 метров. Перепад был, по данным местной архитектуры, 4,5 метра. Почти два этажа. Вроде плавненький подъем, но все-таки это приличный подъем. И я тянул машину и лопал грелки. Для чего это было сделано? Во-первых, показать хейтерам и многим уже людям, которые меня знают, к сожалению, после моих выступлений или не к радости, вот сценический экстрим и шоу комбинированных трюков расцвело по всей России, и не только в ближнем зарубежье, начали ребята тянуть все подряд. Ну да. Как можно и не можно, а вот все-таки экспертных каких-то заключений не было. У нас есть несколько организаций. Это Книга рекордов России, это Сильнейшая нация мира, это международная платформа, о которой я говорю, созданная при участии президента. Один из рекордов фиксировал Владимир Владимирович Путин в онлайн-режиме. Ребята поднимали совместно большую, скажу так, штангу, для тех, кто не понимает. Профессионалы меня простят. Это вот установка такая была. И президент, скажем так, один был из фиксаторов в онлайн-режиме. Персонально. Персонально, да. Да. А часто идут споры, кто куда и как двигает, понимаете? Нет объективных данных. Вот Книга рекордов России, у нас есть взаимное признание, скажем так, наших мероприятий. И вот мы как-то пытаемся следить за хронологией, частотой эксперимента, объективные входящие данные. И чтобы уже ни с кем не спорить, куда Гаджинян тянет и как тянет автомобили и самолеты, я решил тянуть в гору. И протянул 44 метра, надувая при этом 4 грелки. С ума можно сойти. Ну, надеюсь, в «Патриоте» хоть еще никто там не сидел. Нет, тем самым... Нет, в «Патриоте», естественно, водитель должен сидеть. Водитель был, да? Да. Тем самым мы перечеркнули вот все вопросы. Ну, то есть у вас по-прежнему весь, вот скажем так, профессиональный подход заключается в том, что вы выбираете, не ищете легких путей, а выбираете для себя все новые и новые нагрузки. Безусловно. Так, первое, я скажу сразу, ваши коллеги никогда не возьмут некачественный продукт. Второй момент, чтобы это зашло и, скажем, зацепило молодежь, которую мы призываем к здоровому спортивному образу жизни. И это нравится. И это нравится, это должно быть интересно. Ага. Если там что-то где-то и как-то непонятно, и есть подвох, никогда никто не будет смотреть такой материал. Ну, давайте мы сейчас еще раз напомним, мы всегда, когда с вами встречаемся, рассказываем об этом, но все-таки более подробно разъединим вот название этого значит, как бы шоу и спортивную его составляющую, чтобы понимали наши телезрители, зачем это нужно, мы понимаем, да, а как это называется и насколько оно известно в мире, помимо тех людей, которые вас видели и не раз видели, в том числе и в Люберцах. Значит, то, чем я занимаюсь, не относится к стронгмену или силовому экстриму, который сейчас стал видом спорта. Мало того, он перешел во второй раздел. То есть должны появиться и правила, и стандартизация полным ходом. Пока там этого, уже и третий. Пока этого нет. Значит, спортивные рекорды определяются только в рамках состязаний. Все, что делается, кто дальше прыгнул, кто дальше заплыл, не в рамках состязаний, носит уже шоу-характер. Ну да, да, да. Но имеет место быть. И это не значит, что то, что делается в рамках силовых рекордов, уступает чем-то
а спортивно-строящие нет. Это может быть сложнее. Вот о чем мы говорим, мы идем сложностью, в сторону сложности. Мы усложняем трюки, сочетая в этом элементы стронга буксировки, элемент состязательный, кто быстрее из атлетов перетянет самолет. Кстати, за рубежом давно есть такое состязание, но никто никогда не перетягивал самолет надувая грелки. Зрелищно, мощно, сложно и опасно. И есть вот как раз сегмент, в котором я нахожусь, он стоит между спортом и между, вроде бы как в прямом виде шоу, это спортшоу, то есть сочленены какие-то элементы, похожие на спортивную составляющую, на элементы на шоу-программы. Ну, то есть фактически что-то такое третье, что-то новое. Совершенно верно. Я это назвал как-то давно, есть похожее название «общественный экстрим». Но слово «экстрим» не популярно, как-то не звучит. Да, «экстрим» общественный звучит. Да, «общественный экстрим». Что вы будете делать? Это спросили, когда я кому-то один рассказал. Нет. Я назвал это общественными какими-то номерами, да, и деятельность, которой занимаюсь, это общественная деятельность, спортивная. Ну вот, кстати, давайте мы о деятельности поговорим, потому что напомню, что вы входите, являетесь атлетом международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира». Что это за движение? Это что за богатыри? Какое оно по количеству? Это внутреннероссийское или международное, раз тут написано? Начиналось, наверное, как внутрироссийское, да? Начиналось как внутреннероссийское. Руководитель нашего движения Михаил Владимирович Палер в 2020 году был на личной встрече с президентом и заручился поддержкой. Ребята накануне сделали мощнейший рекорд. Они передвинули втроем состав весом 1000 тонн. Неимоверно сложный рекорд. Не входит в голову. Да, просто. Президент отметил, говорит, вы, главное, далеко вагона не утяните. И тема была поддержана, отработана на самом высоком уровне. Скажу, что Михаил Палер является большим знатоком в методическом плане работы. Это очень важно. Потому что часто спортсмены не умеют работать ни с бумагой, ни в обиду моим коллегам. Бывает и умеют, не хочу никого задеть этим интервью. Но вот тут должен быть комплексный подход и команда. У Михаила Владимировича Палера эта команда была, состоящая из видных атлетов, не только стронгменов, общественников, армрестлеров, боксеров в том числе. Потому что богатырство, это международно-богатырское движение, платформа, на базе которой в обход санкций можно проводить любые мероприятия. Вы понимаете, можно пригласить любых спортсменов, провести хоть баскетбольный турнир под эгидой сильнейшей нации мира. Ну, и сильные люди там собираются. Совершенно верно. Люди. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. По поводу сильных людей напомню, что в финале сегодняшней программы специально для нашего новогоднего эфира, специально в те дни, когда все находятся, как бы, что бы там ни происходило, в приподнятом настроении, у нас будет в эфире произведен номер, да? Да. Номер прямо здесь, стриму. Что называется, живьем. Ничего не подстроено, все делает только Сергей сам, своими собственными руками и, наверное, прежде всего, своим умом, потому что правильно распределяет все свои силовые, так скажем, векторы. Сейчас сделаем небольшую паузу, и в начале второй части мы, наконец-то, поговорим о том рекорде, о котором мы к нему все подходим, который совершен был практически месяц тому назад, в декабре еще 2023 года. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях рекордсмен мира по силовым номерам, хорошо уже вам знакомый, который прямо здесь, в прямом эфире, с грелкой работал. И атлет международного богатырского движения, он же «Сильнейшая нация мира», Сергей Агаджанян. И вот, наконец, мы добираемся до нового достижения. Мы подводим итоги, профессиональные с точки зрения тем, чем занимается Сергей, прошлого 23-го года. И 8 декабря произошел, как вы сказали, рекорд, который кто-то прописал, а вы его выполнили, так я понимаю? Совершенно верно. Это первый рекорд, который... Как это? Расскажите все. Как готовились, почему, откуда возникло? Да, идея возникла давно уже, поскольку уже четвертый год на самом высоком уровне я что-то тяну, ломаю. И заметили. И профессионалы, да, заметили не только в международном плане. Ага. И профессионалы самого высокого уровня сказали: Серег, надо что-то уже разнообразить. Ну да. Все, что можно, ты перетянул. Они называют меня мастером спорта по буксировке, да? Да. С иронией. И действительно, чтобы показать какую-то мощь и силу богатырскую, Михаил Палер, это руководитель сильнейшей нации мира, также человек является тренером с большим стажем и хорошим спортсменом в прошлом, и стронгменом, и пауэрлифтером. Он придумал вот такой рекорд. Удержание веса с одновременным надуванием грелок. Я объясню, откуда история вообще взялась. Мы долго с ними общались и беседовали про силачей старой эпохи. Вспомнили Валентина Дикуля. И он говорит: Сереж, вот Валентин Дикуль, когда помнишь, на платформе треугольно держал Волгу.
Угу. Был шикарный трюк, но у Валентина, если я не ошибаюсь, Дикуль использовал руки он как стабилизаторы. Держал вот не на плечах, а просто опускали направляющие, на которых стоял Волга, и он какое-то время стоял. Ну, да, на плечах, этот вот как кость. Да, вот это, ну да? Вот, скажем, стоял вот с удержанием. Насколько вот мы знаем, насколько есть данные у нас. Угу. Так. Почему я отмечаю руки? Потому что немаловажно, руки, когда есть и не присутствуют, это как стабилизирующая составляющая, потому что ребята присед делают из 300, из 400 килограмм, 500, и это не предел. Поэтому то, что я удерживал 210 килограмм, но без рук, я ставил на трапецию, и этот вес сдавливал диафрагму. Вот как раз заключалось в чем противоречие. То есть вы усложняли, как да, противоречие задать физиологии. Это рекорд промежуточный в рамках подготовки к рекорду, который должен состояться в текущем году, в мае текущего года, в городе-курорте Кисловодск. Я должен буду удерживать платформу в виде автомобиля «Москвич» так. и надувать грелки. То есть мы сделали ремейк рекорда Валентина Дикуля. У нас будет машина «Москвич», но я помимо удержания еще буду дуть грелки. Сам рекорд посвящен легендарной деятельности силача советской эпохи. И не только, поскольку, если вы помните, ту эпоху многие увлекались и смотрели его цирковые выступления. Он был образцом для подражания. Мы решили дать дань уважения его деятельности. И вот как придумали такой рекорд. Преемственность поколений, да. И вроде перенести из прошлого вот в настоящее. Тем более я тоже спортсмен уже зрелый, мне 46 лет. Я тот человек, который сам видел эти номера когда-то, Валентина Дикуля. И вот этот рекорд был в Люберцах промежуточным. То есть готовимся теперь к новому. К новому. И вот я удерживал вот этот, эту штангу в тренажере Смита. Это тренажер, где штанга движется по направляющей строго вертикально. И поставив ее на диафрагму фактически, скажем так, я надавал грелки. Сложность, вот я сразу подчеркнул, в чем, когда вы просто стоите даже без рук, она давит и ничего страшного. Но когда начинаете дуть грелку, вы немножко начинаете работать корпусом. Получается, что вот этими 210 килограммами мне приходилось качать спину в процессе, надувая грелку. То есть это очень сложно, поскольку это динамический рекорд. Ну, вот тут возникает вопрос, может быть, мы уже обсуждали эту тему, но очень важный. Ну, грелки, вот сегодня у нас будет тоже еще один инструмент, такой кухонный, да, инструмент, да, который прекратит свое существование прямо на ваших глазах. Когда маленький предмет еще, ну, понятно, что тут уже, наверное, на чистом таком тренаже. А вот когда вы подходите к чему-то новому, то, что вам не знакомо, вот тот же автомобиль, который, или то, что вы тянули в гору, вы как внутри? Вы пытаетесь его как-то психологически уменьшить, этот вес? Что происходит внутри? Как вы ощущаете эти предметы? Вы как единое целое? Как это происходит? Ну, вы правильно отметили. Идет моделирование. Да. Это не ново, скажем так, само по себе. Угу. Спортсмены в любых видах спорта, которые являются в том числе организаторами, я практически соорганизатор всех своих мероприятий, естественно, я моделирую. Я моделирую, вживаюсь в этот процесс. И, конечно, безусловно, тяжело. Что бы я ни делал до этого, и какая бы ни была физическая форма, приходится преодолевать себя, свои травмы. И в первую очередь страх, поскольку возможности человека беспредельны, безусловно. Потому что если взять вот этот рекорд, я его сделал фактически неофициально с 9-й попытки. Делал, тренировался в среднем 2,5 месяца, с промежутком раз в неделю, раз в 10 дней, чтобы дать спине отдохнуть. То есть был шанс, что и не состоится? Мог быть не состояться. После третьей попытки, я честно скажу, было состояние здоровья не самым лучшим образом. Но в первую очередь риск – это психологический, конечно. Риск тут играет в первую очередь психология, сломаешься или нет. Если подойти грамотно, методично, очень трудно сделать с холодным рассудком. Уменьшить груз. Уменьшить, да. Поэтому очень важна помощь команды. Вот команда «Сильнейшая нация мира» – это люди, которые мне консультировали, помогали. И наш молодой спортсмен, самый сильный человек России за 22 год, Давид Шамей, который является также чемпионом мира весовой категории до 105 килограмм по стронгмену, он меня конкретно назвал цифры, которые будут являться неофициальным рекордом. Что они делают, то есть ребята на самом высоком уровне создали мне все условия, но мне оставалось только единственное выполнить это. Ну хорошо, а тренировки как проходят? Вот вы говорите, да, с девятого раза, но опять же,
одно дело, когда, ну, не знаю, там футболист мяч набивает, да, ну, может как-то не так ногу поставить, может получить травму и во время тренировки, там, когда уже в команде происходит игра. Ну, в любом виде спорта, да, это же травмоопасная история. Ну, а здесь, когда вы, в общем-то, еще вроде все понятно, буду надувать грелки, значит, буду держать эту штуку. То есть вроде как теоретически все понятно, а практически, вот вы говорите, и страх, и психологический элемент и так далее. Но все равно вас что-то заставляет это сделать. Ну, во-первых, хочется сделать знаковую вещь. Интересно, сложно победить самого себя. То есть вы не можете остановиться? Я могу остановиться. Вперед. Я могу остановиться, но когда я остановлюсь, я не скажу об этом. Хорошо. Это была интрига определенная, но осталось не так много времени. Здесь, конечно, было очень важно, это определенный вызов со стороны профессионалов. Да. Я не скажу, что это была шутка, это было предложение, и, конечно, я не мог отказаться. Ну, типа, сможешь, не сможешь. Ну, это не было, это так не звучало, но, конечно, вот чисто по-мужски хотелось попробовать преодолеть себя. И в первую очередь я проводил под руководством профессионалов отдельные тренировки по удержанию веса, гораздо большему, который я удерживал. Там были 400 килограмм. Грелок надувал гораздо больше, сетами по 10 штук подряд. Потом совмещал это все вместе в установке, с меньшими весами, в том числе с большими весами. У меня никак не получалось надуть больше одной грелки. Грелки очень вредный материал. Они могут дуться, как я говорил в одном из интервью, как 6 секунд, так и минуту. И вот в данном случае мне приходилось сжимать грелки, создавая огромнейшее давление против себя, чтобы они быстрее лопались. Чтобы я вот этот люфт времени, около минуты можно держать и как маятник качаться и надувать, чтобы я успел надуть хотя бы две. Ну, одна мало, что там такая одна. Ну, я понимаю, да. Мы же хотелось две, три, четыре, да. Вот-вот. А вот тренировка, она чем-то отличается от тренировки там тяжелоатлета, боксера, я не знаю, значит, игрового какого-нибудь спортсмена или бегуна. Не знаю, конькобежца. Есть какое-то принципиальное отличие? Или это чисто физическая подготовка со всеми необходимыми атрибутами? Я скажу, на что это похоже. Это похоже на силовой кроссфит. Ближе к нагрузке, которую делают кроссфитеры, это тренировки, скажем так, многоповторные, с небольшим перерывом и высокая функциональная готовность всех звеньев организма. Тут нельзя сказать, что работает только одна диафрагма. Тут работает все. Ну да, потому что в одном месте начинается нагрузка, она должна распределиться по всему телу. Да, и в этом плане мне, как человеку, которому уже 46 лет и имеет какие-то травмы, безусловно, сложно с этим. Хорошо, но вот какие ощущения в теле происходят, когда пошел процесс? Вы чувствуете, что вы чувствуете? Я не знаю, там, ну, я тем более человек давно уже не в спортивном плане, да, но я прекрасно понимаю, что если мы убираем страх, и мы уже знаем, с чем мы имеем дело, и есть опыт, да, поднятия каких-то грузов, какие работают у вас части тела в эту минуту? Ну, знаете, я начну с того, что инстинктивно организм пытается выжить. Вы же понимаете, когда вы ставите его в экстремальные условия, он по-другому себя как ведет. И моржи плавают, допустим, в такую температуру, мы со стороны думаем, как в минус 50 они могут заплывы делать. Организм работает в измененном состоянии, он начинает подстраиваться. Он помогает. Те группы мышц, которые необходимы, они становятся более мощными, поэтому нужно большое количество тренировок. Эффект натренированности наступает, и вы потом не чувствуете нагрузки. Вот я 9-й раз, когда делал этот номер, и фактически установил неофициальный рекорд, спина у меня уже не болела после рекорда. Я привык к этому. А что вообще происходит после рекорда, когда вы к нему вот так шли, и был шанс, что не получится, и вдруг оп? Ну, я не скажу, что есть элемент личной бравады. Конечно, приятно, что получилось. Но удовлетворенно, что тот этап, который нужен, был пройден успешно, и нужно идти дальше. Ну, хорошо. Движемся мы сегодня к финальному нашему моменту. И прежде чем вы увидите, как это будет происходить, сковородка у нас находится в студии. Давайте мы ее заявим сразу же перед нашими телезрителями. Вот такая сковородка. То есть она не бумажная. Не картонная, да, вот, да, звук похожий. Купленная, да, вот, пожалуйста, купленная в простом российском, ну, каком-то... Скажу даже не в простом, отличная компания Вари предоставляет сковородки довольно-таки качественные, это не фольга. Упругая довольно-таки сковородка. То есть фольгу-то, наверное, многие могут как бы... Безусловно. Даже не хотя могут погнуть. Я скажу, что на рекорде в Люберцах, когда я сошел с сцены, осталась часть сковородок, и эксперт говорит, подошли здоровые мужики, но вот трубочку никто не скрутил. Смять ее смяли, и то, ну, неаккуратно. И сказали, ну, нифига себе, как он сделал 13.
Конечно, тут нужно тренироваться, но с металлом проще. Вот сейчас мы видим последние минуты жизни этой сковородки в том виде, в котором она есть. Скажите, пожалуйста, вот вы каждый предмет, они же вроде бы делаются, ну и в том числе и грелки, они же делаются более-менее по одному, так сказать, лекалу, что называется. Или у каждого предмета все-таки есть свои точечки? Ну, у каждого элемента есть свои точечки. Ага. Сковородки относятся к материалу, который более предсказуем. Ага. Все-таки работа с металлом попроще, вот она гнется и гнется. Ага. Есть свои нюансы. Самый сложный материал – это грелки. Понятно. По предсказуемости, скажу так, да. Не по работе. Но грелка у нас уже была. Была. Давайте мы сейчас… Что нужно сделать? Как-то объявляете что-то? Смотрите, я попробую, я буду комментировать. Да. Обычно мои коллеги, я никого, ни в чем не упрекаю, используют свои антропологические данные, чтобы скручивать сковородки в трубочку. Всегда ее раскрутить проще, чем скрутить. Мы все-таки разрушаем определенную целостность. Ага. Я постараюсь не использовать свою антропологию, просто нарисую. Не давя, так сказать, сверху. Да, да, без давления сверху, просто пальчиками, голыми руками скручивать ее в трубочку. Вот так это делается. Ух. Ну, для этого надо немножко потренироваться. Да. Вот это круто. Да, жаль, что, конечно, уже ничего с ней не сваришь, то есть не пожаришь ничего на ней. Но... Добротно скрученная сковородка. Ну да, зато удобно хранить. Да. Вот, ну что ж, вот такой новогодний эксперимент произошел. Как говорят, тепло рук чувствуется. Да. Сергей, есть прекрасная возможность поздравить всех наших телезрителей с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством. Пожалуйста, любая камера для вас. Друзья, с наступившим вас Новым годом желаю вам мира, добра, любви. Будьте здоровы. И чтобы сила у нас... Да. Нужным, так сказать, как шоу только применялось. Напомню вам, что в гостях у нас был Сергей Агаджанян, рекордсмен мира по силовым номерам и атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира», который в этом, уже новом 2024 году, наверняка порадует нас новыми интересными рекордами. Об одном он уже готовящийся уже рассказал. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». Мы прощаемся с вами. С Новым годом!